Привет, мои хорошие друзья, мои подписчики. Как и обещала, снять ролик про птичку. А птичка — это у нас такой рынок, где продают все, плитку, обои, все такое. У нас продолжается ремонт, как видите. Вот, должен был делать ремонт свекр, но мама передумала, потому что уже началось все очень плохо на самом деле. Здесь вот получается щель. Он сделал шкаф, который... В принципе, был не нужен, а за шкафом, то есть, получается, здесь у нас шкаф, а внутри вот шкафа остается вот эта вот стена. То есть, мы думали то, что он ее закроет вот такими же белыми. Кстати, мы... разговор был о белых, а не полосчатых панелей. Что он там внутри закроет, а он решил не закрывать, а оставить. То есть, там потом будут просто полки, и вот эта грязная голая стена, это некрасиво очень. И наверху вон там... тоже она видна, наверное, будет. Плюс огромный минус. Вернее, не плюс, без плюса. Минус то, что шкаф очень длинный. И вот здесь вот унитаз, чтобы его смыть, нужно залазить туда. Это вообще тоже очень неудобно. Я не знаю, почему так получилось. Сама вот эта вот балка, то есть выше. Не зря вот говорят, 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. Он сказал, что он подкоротит. Блин, ну как тут подкоротит? Он здесь уже все сделано, уже все. То есть, ну, надо было вешать, вешать надо было тогда эти вот дверцы выше туда. Как-то, я не знаю. Вот. Ну и, короче, мама подумала, вызвали, короче, мастера. Он посчитал, это не совсем так дорого. Короче, будет нам мастер все это делать, ставить, класть плитку. Вот здесь вот у нас будет все закрыто коробом. Я вам буду все части показывать, как у нас что идет там. Будет каждый день приходить, а вечером я вам буду показывать, что изменилось у нас в туалете. Вот. И, естественно, мы купили новый туалет, потому что этот туалет очень сильно шумит. Он настолько сильно шумит, что, блин, это вообще... это кошмар какой-то. Не знаю, я не знала, что вообще бывают такие туалеты, блин, унитазы. Так, у нас идет первый день работы. Уже нету шкафчика, вы заметили. Сняли все полы, всю плитку, вернее, из полов. А здесь пытались убрать, но там вот проходит железная штука, арматура, что не знаю, как она называется. Стены он там поздирал немножко. Кусочек вот остался. И здесь вот все-таки не идеально все равно. Вот здесь остался чуть-чуть, вот я вижу. С этой стороны тоже. Чем-то там покрасила, но, кстати, такое это шершавое. Хорошо, наверное, будет ложиться плитка. Там тоже все покрасил. Вот. То есть вот так вот. Вот тут у нас была краска. Я думала, будет он ее, может быть, сдирать каким-то образом. Нет, он просто тоже просто покрасил сверху. Ну, здесь тоже, кстати, очень такая стала. Шершавая. Вот. Вот так у нас выглядит. Первый день работы он покрасил. И в обед уже ушел. Говорит, 4 часа будет сохнуть. Ну вот. Ну ладно. Вот. Ну, шумел, конечно, здесь. Зирал вот эту всю плитку. Вот. Унитаз менять мы будем также. А унитаз оказался... мы думали продать его, но он оказался... к полу прямо залитый. То есть видно, вот, залитый у пола. Будет, не знаю, там, как он его будет потом снимать. Вот, все. Отчиталась за первый день. Ждем следующее видео. Так, у нас с вами второй день. Второй раз вот он пришел. То есть был у нас с вами, он помазал стены, теперь он кладет плитку. Вот она, плитка. Посмотрите, как классно смотрится. Это он успел сделать за один день. Плюс вот эта стенка, да, вот она вся. И вот эта стенка. За один день это все он сделал. Ну, наверное, тут, может быть, ему подрезать придется. А вот здесь вот уже подрезать, это он уже будет завтра подрезать. И, наверное, вот тут. Осталось ему сделать еще короб вот здесь вот. А вот здесь снять унитаз.
вот это вот все промазать как следует, это еще будет сутки все сохнуть. Мы на сутки останемся без унитаза. Вот. И потом положить плитку. И поставить новый унитаз. То есть остается уже меньше половины даже работы. Мне кажется, он больше половины уже сделал уже. И плитку уже снизу вот положил. Конечно, может быть, остается сложно то, что унитаз надо. А, еще вот там, может быть, трубы закрыть нужно будет. А, трубы, да-да-да, еще потолок. Вот-вот, да-да-да. Еще потолок. Вот у нас тут декор. Так становится вообще классно. Так красиво. Еще вот эти вот черные линии заделает он беленьким. Затирка, что ли, это называется, не помню как. И вообще будет просто шикарно. Еще пол заодно. Вот это у нас с вами второй день его работы. Завтра будет третий день. И завтра я тоже покажу, что же он сделал. Обязательно покажу. Так, у нас с вами третий день. По-моему, третий. Если я, конечно, не сбилась со счету. Мастер уже положил полностью всю плитку. Это выглядит сейчас вот так вот. Вот, то есть на стенах вся плитка лежит. Даже вот за унитазом положил плиточку. Там малярной лентой просто наклеена. Вот. Здесь еще не особо. Вот. А на днях он будет монтировать уже, наверное, завтра, что ли. Унитаз будет убирать. Пол делать. Потом, наверное, будет ставить этот короб. И потолок у нас остается. То есть уже большая часть сделана. Уже больше. Ну, а еще затиркой, вот, наверное, вот эти вот швы будет обрабатывать. Вот. Ну, короче, пока что это выглядит вот так. Ну, очень красиво, мне очень безумно просто уже нравится. Я еще в магазине представила, как это будет выглядеть. Вот, я очень рада, что мама меня отговорила брать бежевый. Я потому что хотела прям бежевый такой брать. Вот, он говорит, лучше беленький, будет смотреться просторнее. Но маме не особо понравилось. Ну, жить мне здесь. Вот. Скоро будет еще красивее. Так, у нас с вами следующий день. Четвертый, пятый, что ли, короче, не знаю. Сняли уже унитаз. Положили здесь плиточка. Какая, смотрите, красивая. Мы без унитаза сутки. Ну, уже завтра, я думаю, что поставят новый унитаз. Вот, его снимали. Была дырка там небольшая. Вот, ну, говорит, вроде все заделал. Должно. Ну, тут еще тоже вот по бокам осталось. Вот, ну, осталось уже немножечко. Довольно прям такой явный прогресс виден. Прям так вот это меняется. Если в ванной клал плитку нам мамин брат, то это было в течение года, что ли, он прям клал. А не года, нет. В течение нескольких месяцев, по чуть-чуть, это не особо было заметно. То тут прям кардинально заметно. Это классно. Вот так красиво. Мне так нравится вообще. Просто класс. Так, у нас следующий день. Появились уже каркасы металлические. Каркас здесь появился. Дверца появилась. Унитаз пока что по-прежнему нету. Вот, сначала он здесь вот щиты вот эти вот поставит, закроет, а потом будет ставить унитаз уже. Вот, и также вот здесь вот под этой плиткой большая дырища, потому что унитаз заливали цементом, не помню, я говорила об этом или нет. И у нас продолжает сохнуть здесь, потому что за сутки, мне кажется, она не высохла под ней. Она еще осталась сохнуть, поэтому у нас второй день нету унитаза. Вот, ну тут уже очень-очень красиво, мне нравится. Вот. Прям классно.
Ну, остался мы еще вот тут вот тоже вот доделать по бокам. А здесь вот, вот эти вот ряды, как бы щели промазать. И он будет еще щели промазывать вот здесь вот. Потому что вот тут я нашла, вот она, полосочка. Он сказал, что еще раз будет. Вот осталось уже дело за малым. Довольно быстро. Это так необычно, что он очень быстро работает. Потому что до этого у нас работал мамин брат. И он очень-очень долго приезжал. На час, на два, там две плитки положит. Потом приедет через неделю, еще две плитки. Это было очень затянулось, очень было долго. Вот. Посмотрим, что будет у нас завтра. Так, у нас следующий день. Уже, смотрите, потолок сделан. Все беленькое, красивенькое. Так, получается, да, свет сделан. Осталось вот только вот тут чуть-чуть. Как раз вот этот момент доделать. Вот, в принципе, видно. Все такое беленькое, красивенькое. Такое. Вот унитаза нет. Третьи сутки. Живем без горшка. Тут все инструменты мастера. Вот. Ну, естественно, осталось унитаз поставить. Вот тут вот поделать штучку. Вот здесь вот по бокам также, да? И вот тут у нас промазать вот чуть-чуть еще. Но он сказал, что будет промазывать. Надеюсь, что он не забудет про этот момент. Ну, чуть-чуть вон там внизу еще осталось. Вот здесь вот. Ну, там, наверное, доложит и щель уберет. И, наверное, промажет, может быть, тут тоже. Чем-нибудь. Такой запах пластмассы немножко есть. Унитаз немножечко, наверное, сдвинется. Не знаю, надеюсь, хорошо все будет смывать там. Короче, вот так становится красиво. Обещает уже завтра поставить унитаз. Надеюсь, что уже будет унитазик у нас. Вот как классно прям. Так, сегодня поставили замки, наконец, у нас их не было. Здесь вот, а, вот это вот нормально, а вот этот вот даже двигается. Сейчас покажу. Вот, у меня ребенок спокойно его двигает. Вот он раз, раз, раз. Не знаю, завтра надо будет спросить. У мастера, может быть, он подрегулирует. А здесь вот уже не настолько, но пожестче. Так, и наконец-то уже почти все закончено. Посмотрите, какая красота стала. Вспомните, как было, какой был кошмар, да? И как стала такая беленькая, такая красивая, такая красота здесь вот. Лампочка. Еще осталось вот тут вот доделать. Вот здесь вот. И вот. А, ну здесь уже сделано почти. Ну да. Это. Да, осталось еще вот тут доделать. Косяки поставить. И все. Так. Ну вот уже потолок, да? С той стороны тоже потолок. Все сделал. Здесь маленькая полочка. Можно что-то поставить сюда, что-то положить. Унитаз наконец-то появился. Унитаз у нас вот такой вот. Очень, кстати, тихий. И так там выглядит. А должен был быть у нас унитаз косой, но мы купили обычный. Все поставили, все супер. Все работает. Вот здесь есть дверка. Сейчас мы ее проверим. А, нет, открывается нормально.
Вот там счетчики стоят. Вот. Здесь вот видно, что металли... А, ну, в принципе, я вам показывала, да. Вот. Все коробом закрыто. Все хорошо, качественно сделано. Мастер очень-очень хороший. Сразу с собой все убирает, все вытирает, подметает. Прям все чистенько такой. Молодец прям. Не просто абы как. Не просто мог другой сказать, давай он подмети, давай сделай это, бери, все сам делает. Пол, полы у нас под дерево, классные. Ну, конечно, мне немножечко не нравится, что тут большая, а тут поменьше. Мне как-то хотелось, чтобы одной пластой так легли, и все. Так, здесь унитаз стоит прямо на плитке. Вот, там остается у нас, осталась черная труба. Ну, это в случае чего, если вдруг там потекет, чтобы что-то можно было сделать. Чтобы унитаз снял там и все. Вот здесь я уже вижу чуть-чуть маленькую дырочку. Ну, наверное, ее в принципе уже особо не закроешь, она как бы останется. Ну, и тут как бы, да, вот есть немного небольшие косяки. Ну, наверное, по-другому нельзя никак. Вот. Но, в принципе, довольно хорошо, смотрите. Довольно классно. Вот здесь, например, тоже все он залепил, закрыл. То есть тут была щель, ее нету. Вот. Эту поставил сеточку. Тут все закрыто, стало очень красиво. Мне очень-очень нравится. Вот. Так, давайте здесь посмотрим. Вот они как раз. Здесь вот нужно. Он закроет. Косяком косяк будет. Да, вот здесь вот как раз. Тут маленькая полосочка, не знаю. Видно, что она неровно тут шире. И тут уже. Дверь, конечно, ставил другой мастер. Как выяснилось потом, что там совершенно не мастер, а просто человек, который научился ставить двери. Пришел, вот свекровь вызывала и поставил. Также вот такую штучку мы купили. На ней видны ляпы. Вот. Меня даже видно. Вот. Очень красиво. Мне очень нравится. Прям хочется сюда заходить и заходить. Просто шикарно. Просто восхитительно. Конечно, свекру мой бы так не сделал. Это было бы совершенно по-другому. Это было бы что-то непонятное здесь. Здесь шкаф, за ним там голая стена. Здесь бы какие-то там обои. Ой, не обои, господи, плитка. Здесь бы там вообще не знаю, что было, наверное. А здесь бы была, как бы, все осталось бы, как было. Конечно, был бы кошмар, и потом бы все это переделывать. Это было бы все очень-очень долго и дороже. Вот завтра я покажу, что еще, может быть, изменилось. Купит он завтра косяки или не купит. Так, смотрите, в принципе, он уже все сделал сегодня. Вот он затирку сделал, повесил эту штуку, не помню, показывал я ее или нет. Вот здесь была дырочка там с той стороны, он ее заделал. Тут все прошелся. Вот всю плиточку прошелся заново, ее осталось мне только помыть. Вот, куплю тряпку, буду мыть. Вот, унитаз прям, смотрите, так классно, четко встал. Прям вообще просто шикарно. И также у нас вот с этой. Так, я сейчас покажу. Вот эта вот штучка. Ее он не поставил. Сейчас поставил ее. Просили, мы попросили ее ей, да, и он поставил. Так, тут затирочка он прошелся, а с той стороны не прошелся. Она у него закончилась, но он еще раз придет и, я думаю, заделает все. Вот такая здесь полочка, немножечко еще грязненькая, я вообще здесь еще ничего не мыла, буду мыть, но, блин, это так красиво, вспомните, как было и как стало. Вот мусорку, конечно, мы сюда не ставим, мы будем покупать вот по такую вот, она, кстати, ляпа оставляет, такую мусорку и такую же щеточку будем покупать.
Вот, ну, немножечко видна там труба. Вот она, труба. Она видна. Но закрывать коробом, не знаю, мы не стали. Потому что и там экраны, и вдруг чего там понадобится все это снимать. И так, то есть вот это вот все снимаешь еще и там коробом. Вот, очень, смотрите, красиво, очень-очень качественно. Причем он сказал, он всегда берет очень мало денег. То есть, ну, в принципе, у него довольно хороший опыт. А, конечно, честно говоря, вот тут немножко видно, что не совпадает. Вот тут видно, не совпадает. Но это, в принципе, знаете, если приглядываться, то да, видно. Тут вот видно, что затирки больше, тут и немножко поменьше. Но, правда, он очень-очень аккуратный. Он сразу за собой все убирает, прям подметает. И стоишь, смотришь, и он ничего не говорит, просто сам подметает. Тут тоже вот видно. Вот здесь вот нормально. То есть, ну, блин, это довольно сложно. Но он показывал свои работы. Они очень классные. Очень красивые. И он берет, конечно, мало денег. И, соответственно, его приглашают. То есть он мог забабахать там вообще неизвестно какую цену. Так, а вот тут я что-то вижу, затирка. Какая-то дырка. Да, вот здесь вот дырочка. Так, ну он придет, я, конечно, скажу про нее. Вот. И, конечно, он унитаз устанавливал очень-очень долго. Вот. Туда вообще подлезть оказалось очень сложно. Вот тут тоже вот трубы. А, он прям плитку положил и там дырку сделал в плитке. Смотрите, класс. Даже ничего не замечала. Какой молодец. Ну, там он, да, что-то чуть-чуть не подмазал. Ну, ладно, я скажу ему. Вот, ну, вот, вот здесь чуть-чуть, да. Ну, там, в принципе, просто уже щель. Стены неровные, конечно, это все очень сложно делать. Класть плитку. Вот. Ну, в принципе, зато он вот здесь вот, вот все закрыл. Туда хотя бы грязь, пыль. Ничего попадать такого не будет. Вот. А, ну и, конечно, да, у нас остались еще наличники. Вот он купить их не смог. Моя мама поедет за ним на рынок и их купит. Когда он уже установит эти наличники, я вам покажу. Это, наверное, уже будет у нас последний ролик. Скорее всего. Здесь он еще уголочек приделал. Вот последний ролик, наверное. Ну, посмотрим, короче, там что будет. Унитаз прям вот реально стоит на своем месте. Так классно, прям так красиво. Мне прям нравится. Так, ну все, у нас ремонт закончился. Он уже все сделал. Посмотрите, как классно смотрится. И висит уже туалетная бумага. Под нее точно такая же большая мусорка с педалькой. А здесь у нас пока остался ёршик старый. Мы решили не брать вот под такой же вот штучкой. Мы решили взять просто белый. Пока что не успели купить еще. Еще пока что думаем, выбираем, чтобы был хороший такой. Не ломался быстро, потому что вот такие вот. Вот такие вот. У нас это уже третий по счету, он ломается. Ломается именно на том соединении, где сама ручка прикручивается, то есть резьба вот эту к самому ёршику, вот в том месте постоянно ломается. Вот. Не знаю, опять же, это ломается у Женьки, его родители, когда они приезжают, у меня как-то все так нормально. Вот так, смотрите, это все выглядит. Единственное, да, еще большой минус. Вот здесь вот осталось все так же, потому что, как выяснилось, свекровь покупали вот эти вот косяки, и, оказывается, они купили последние, больше такие не производятся. Поэтому уже, то есть их не производится, их нету, естественно. И как бы у нас здесь тоже нет косяков, мы будем потом подбирать по цвету, но это уже будет попозже, наверное, немножко, потому что сейчас нету времени уже. И также, вот смотрите, осталась вот эта полосочка.
Вот, ну, мастер как уехал, больше пока не приезжал. Уже прошло больше, наверное, 2 недель. Вот, я решила записать, думаю, ладно. Неизвестно, когда он там приедет, у него уже новый объект. И также вот здесь вот. То есть, ну, как мы купим, видимо, косяки вот эти вот. Когда мы сможем купить, тогда он приедет. Я так поняла. Вот. Ну, так, короче, стало тут все классно. Все, вот он доделал. Осталось, да, кстати, осталось мне еще только эту плитку помыть за эти 2 недели. Я так и не успела с этим коронавирусом еще вдобавок. Со всеми этими покупками, короче, я не успела. Вот, то есть я буду все это мыть попозже немножечко. Вот, то есть вот оно тут промазал, немножечко еще все грязное, помою. Здесь все будет глянцевое такое, блестеть будет, все будет красиво, шикарно. Короче, вот, наконец-то нам сделали ремонт в туалете. Чуть-чуть попозже будем делать ремонт дальше. У нас еще остался коридор, зал и, возможно, еще Димина комната, потому что там он содрал все обои. Во влогах, кто смотрит наши влоги, все это видно было. Все это видели, как Дима с самого детства своего, там месяцев с 10, а нет, даже с года он где-то начал сдирать обои. И сейчас ему уже 2,8. Периодически продолжает сдирать. То есть чуть-чуть он постарше станет, и мы будем заново делать ремонт. Ну, там как раз и был такой ремонт на тот случай, если ребенок будет сдирать. Вот, то есть у нас еще ремонт продолжается, еще все-все впереди. Но уже хотя бы какая-то часть сделана, сделана качественно, сделана хорошо. И мастер взял очень мало денег за плитку. То есть он сказал, он всегда берет мало, чтобы было больше работы. Тогда вот его будут советовать. Говорить, вот хороший мастер, хорошо делает, сам все убирает, сам он все, что там вот эту вот плитку содрал, сложил в пакеты, эти пакеты он отнес на помойку сам. То есть все прям, все сам сделал и взял денег гораздо меньше, чем, допустим, мог взять другой мастер. Вот. Также, если кто живет в Самаре, увидел вот эту вот нашу красоту, вы можете написать мне, я могу вам дать номер этого мастера, написать вы мне можете на почте, ВКонтакте, в Инстаграме. Вот. И я вам дам номер его, если вам нужен мастер такой. Он сказал, я работаю по сарафанному радио. Вот. Вот так, всем спасибо за просмотр, что вы нас смотрели, досмотрели, я надеюсь, что до конца. Поставьте обязательно лайк, мастер старался, я старалась все это снимать, вставала иногда, он приезжал в 9 утра где-то приезжал, мне приходилось вставать пораньше, чтобы успеть покушать, перекусить самой, накормить ребенка и еще успеть все это заснять, потому что вечером у меня уже сил не было снимать, я снимала иногда с утра сонным голосом, там было наверняка заметно, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, наши, мои вернее, обзоры на продукты, на технику, продукты из фикс-прайса, светофора, победы, короче, там куча всего, путешествия, много-много всего, я думаю, вас что-нибудь заинтересует, и вы обязательно добавитесь ко мне, вернее, на нас подпишитесь, да, подпишитесь на канале YouTube. Так, с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.